2 ноября президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем председателя Сената Италии Линдой Ланзелоттой. Заместитель председателя Сената Италии Линда Ланзелотта отметила, что ее визит в нашу страну проходит плодотворно и интересно, что важно с точки зрения укрепления дружбы с Азербайджаном. Подчеркнув, что энергетический сектор является важнейшей сферой сотрудничества между нашими странами, Линда Ланзелотта констатировала приверженность своей страны проекту ТАП и с уверенностью отметила, что это также очень значимо для расширения связи между Азербайджаном и Италией. Коснувшись проводимой в Азербайджане работы по диверсификации экономики, гостья выразила заинтересованность Италии в сотрудничестве с нашей страной в области инфраструктуры и сельского хозяйства. Напомнив о выставке «Милан-экспо-2015», Линда Ланзелотта отметила, что павильон Азербайджана на этой выставке вызвал огромный интерес и получил высокую оценку. Президент Ильхам Алиев сказал, что наша страна придает большое значение успешно развивающимся итальяно-азербайджанским двусторонним связям и подчеркнул, что Италия является основным торговым партнером Азербайджана, особо отметил, что главную роль здесь играет экспорт нефти. Глава государства сказал, что большое значение в развитии долгосрочного сотрудничества между нашими странами играет проект ТАП, подчеркнув, что данный проект реализуется по графику, и выразил надежду на своевременное завершение работ. Президент Ильхам Алиев также сообщил, что на других участках Южного газового коридора, в том числе на Шах-Дениз, в Южно-Кавказском трубопроводе выполнено 100%, а по проекту ТАНАП более 80% работ. Подчеркнув значение Южного газового коридора как проекта глобальной энергетической безопасности, глава государства отметил, что Азербайджан является одной из основных стран-экспортеров газа, и это имеет особое значение для развития наших связей. Подчеркнув важность проведения более активной работы для диверсификации наших торговых связей, глава государства отметил, что в настоящее время основное внимание необходимо уделить другим направлениям – промышленности, сельскому хозяйству, инфраструктуре, транспорту. Коснувшись участия итальянских компаний в реализуемых в Азербайджане проектах, президент Ильхам Алиев пригласил их в Азербайджан для участия в инфраструктурных и других проектах, которые будут реализованы в Баку и регионах для дальнейшего развития нашей страны. На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества между Азербайджаном и Италией в различных областях, а также дальнейшем расширении этих возможностей.